«Яблоневый марш» – так назвали свое мероприятие учителя и школьники 47-й гимназии. Акция готовилась еще с весны этого года. В течение недели учащиеся облагораживали участок вокруг корпуса по улице Зорге. Ребята с 7 по 11 класс по очереди оставались после уроков и высаживали деревца. Желающих поучаствовать в «Яблоневом марше» оказалось так много, что саженцев не хватило на всех. По словам педагогов, деревья, которые до этого росли на территории гимназии, засохли и требовали замены. Поэтому теперь ребята с энтузиазмом ухаживают за маленькими яблоньками. Коллектив надеется, что через 10 лет цветущий сад станет настоящим